Здравствуйте, вы на канале Кубик Рубика с Андреем Жлюм. Сегодня мы будем обучаться собирать второй слой. То есть вот первый слой мы в прошлом видео смотрели, как сегодня мы будем смотреть. Для этого нам понадобится для третьего слоя правый пиф-паф и левый пиф-паф, который также понадобится втором, нужен во втором слой кубик Рубика 3 на 3. И обучение этого я тоже пришлю и в подсказках. Да. И первый слой тоже в первом слое, как в фобии 3 на 3, тоже пришлю. Давайте начнем. Есть две ситуации. Нет, три ситуации, чтобы расставить вот эти углы на места, как в кубике 3 на 3 в третьем слое. Тоже отправлю в описании эту ссылочку. То есть, если все вот так стоит только один, вот так крутим, например, вот так сделали, ю. Смотрим. Вот стоит 0. Еще вот ю крутим. Стоит вот один угол, накрашенный, значит, стоит. И вот этот вот синий-красный и тот желтый. Да, правильно стоит, как вы видите. И это у нас по диагонали. То есть это самая невезучая ситуация в этом. Давайте делаем. Ну, это считается одну ситуацию про то, как там Q2 делать, это не ситуация. Но делаем правый пиф-паф. Перехватываем в правую сторону, в ту, то есть. И крутим. То есть три прокрутили, три правых и три левых, смотрим. Никаких не стоят, делаем U2. Стоят у нас. Не, надо сделать просто U. Стоят у нас по прямой, которая самая это лучшая ситуация. То есть ты делаешь по диагонали три правых пиф-пафа и три левых пиф-пафа. И выпадает эта ситуация. Давай, берем его так, чтобы вот эти два, которые правильно стоят, вот там был. И крутим тоже сами. И крутим так. Левый пиф-паф. Все углы, как вы видите, стоят на месте. И никакой не закрашен. Давайте начнем. Делаем Х2. И вот. И вот так крутим. Пиф-паф. Желтый, видите, вниз поставился. Значит, нет. Не волнуйтесь, что вот это вот ломается. Делаем Г. Еще крутим пиф-паф. До тех пор, пока вот этот вот не встает. Опять крутим Д и он встал на свое место, когда мы крутили пиф-паф, последний угол остался. Он поставился. Хочу сделать как в 3 на 3 второе слое. Делать и вот так. Или вот так. Ну что ж, пока-пока. Это была последняя часть обучения кубик Рубика 2 на 2. Пока. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. На этом все.